Вячеслав Миколайович, передусім ваш коментар по цій. Ну, если брать это в первый тайм, сложно что-то комментировать. Молодые ребята где-то попали под такое давление, и, ну, еще так не справляются с эмоциями. Много индивидуальных ошибок было в первом тайме, да, в отборе мяча, при развитии атаки, контроль мяча, ошибки технического плана. Тут уровень футболистов подобран команды соперника, что ошибки тут где не прощают. Да. В принципе, реализовали. На второй тайм мы выходили, опять же, ребятам объяснили, что где-то, опять же, чтобы эта структура сохранялась, но чтоб не посыпались, потому что очень тяжелое такое психологическое состояние было. Ну, вот, поблагодарил ребят после игры за второй тайм, да, что выдержали это давление. И, в принципе, с высоко поднятой головой мы будем готовиться к следующим матчам. Ну, ви, в принципі, ще тренер, який повноцінно тільки починаєте працювати, в основному були помічником у Ковальця. Ну і у вас команда теж ще зовсім молода і недосвідчена. Важко уявити, що в перерві ви, як тренер, говорили своїм юним хлопцям після рахунку 0-4. От як їх зарядити далі грати цю молоду команду після рахунку 0-4? Ну, да, тут теж вони десь в роздівалці. Где-то много так высказывали друг другу таких вещей, которые где-то, ну, не знаю, как подсинули их. Ну, факт в том, что нужно было где-то успокоить их, потому что мы понимали, что соперник непростой, да, и соперник играет дома. И мы знали, что это давление будет, старались выдержать, но где-то они где-то вот не смогли даже где-то с эмоциями справиться. И второй тайм, то, что, ну, опять же, две замены сделали, где-то это успокоило игру, где-то появился контроль мяча, выход с обороны за счет контроля мяча. Вот как раз где-то мы за счет вот этих выходов где-то вот игру где-то успокоили. И вы ничего не выходило на завершальной стадии? Ну да, где-то концовки, конечно, не хватает. Где-то не доводим, да, в последнюю треть, опять же, нет мало ударов по воротам. Но есть к чему стремиться, да, и тут, опять же, во втором тайме у нас вышли ребята 2004 года, молодые 17-летние ребята. Мы даем шанс, опять же, почувствовать уровень второй лиги. Ну, у нас ждут непростые игры сейчас в ближайшее время. Кубок Карпат, там, где нас, Карпаты. То есть команды ставят задачу выхода в первую лигу, хорошо укомплектованы. Ну, у нас немножко другие задачи. Ми розуміємо, основна задача – це, щоб команда в другому дивізіоні, вся молода, набула досвіду, набили шишок, ну, як ми кажемо, і стали міцнішими на дорослому футболі з мужиками. Звісно. Поки так. Ну, плохо, що учимося на собственних ошибках, да, где-то. Ну, такой етап августа у нас непростий, соперники непростые. Надіюсь, здесь сейчас набьем шишек, дальше будет проще. Дякую вам.